За третье место награждается Даниил Максимов, Воронежская область. Дмитрий Абрамовский, Костромская область. Общий балл 10. За занятое второе место награждается зал «Россоян», Москва. И за занятое первое место награждается Руслан Проскурин, Курская область, со своим тренером. Олег Захарин также получает заслуженную награду. И к выходу в ринг приглашается пятая пара весов.